Но 22-летний пензенец, который подозревается в краже мотоцикла, в ожидании суда находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, преступление он совершил в сентябре этого года. Транспортное средство было припарковано на улице Чапаева возле многоквартирного дома, откуда и угнал его молодой человек. На задержание злоумышленника были ориентированы все наряды полиции, осуществляющие охрану общественного порядка на территории города Пенза. В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Молодой человек признался в совершении преступления. Со слов подозреваемого, похищенный мотоцикл он продал неизвестному за 2000 рублей. Денежные средства потратил на свои нужды. Ущерб, нанесенный пострадавшему, составил 79 тысяч рублей. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.